веру на авторитеты, когда мы пленяем помышление послушания Иисусу Христу. Mēs saistam katru prātu. Paklausībai, Jēzus Kristus. Tagad mēs ņemam to varu, ko Dievs mums dod, un mēs apliecināsim. Наша борьба, она не против плоти и крови. Но в Поднебесье мы будем стучать, мы будем говорить и провозглашать, что Слово живого Бога, оно в наших устах. И оно обязательно сделает для того, что, для чего оно послано. И это не зря, ни одно слово, которое сегодня прозвучало, ни одно слово, которое прозвучало, ни одна молитва, которая говорится в твою жизнь или проводится в наших церквях, они нечестны, они обязательно принесут плод. Ты веришь этому? Amen. Рушится царство сатаны.